ненавижу болеть, но мне повезло. Я респираторными заболеваниями болею крайне редко. Вот прям крайне редко. Последний раз я болела на первом курсе. Сейчас четвертый. Я считаю, это прям нормально. Вот. Но ненавижу прям. Фу. Прям фу-фу-фу-фу-фу. Сейчас я делаю облучение ультрафиолетом. Тип. Туда-сюда. Афоня, не трогай! Не трогай помаду. Он все помады у меня отжал. Все. По 2 минуты на каждый носовой ход. На горло 2 минуты и на ухо 2 минуты. Лампа солнышко. Прям рекомендос мой вообще от души душевный. Я сейчас выгляжу супер неприятно. Даже с фильтрами. Морда лица отечная. Все противно. Ай, просто отврат. Не тронь помаду, говорю. Ну как это не тронь помаду, да? Как это, если вот она вот лежит вот тут вот? Помада-то эта.